Добрый день, дорогие друзья! Утренний фитнес в этом видео. Раннее утро, Ганновер, район Кронсберга, небольшой холм, скажем так. И вот сейчас я видел человека, который на велосипеде поднимался по вот большому-большому склону. Достаточно трудный подъем, но длится он примерно 100 метров. Вот здесь вот он спуск. И вот он на велосипеде поднимался сюда. Затем оставлял велосипед, сбегал вниз. Быстрым шагом поднимался наверх и спускался туда на велосипеде. Затем снова на велосипеде поднимался сюда вверх. Сбегал вниз. И вот так у него продолжалось примерно 5 раз. Кроме этого, он здесь делал отжимания вот от дерева. В шаге от него брался за него двумя руками и делал отжимания. Кроме того, он здесь делал прыжки в приседе. Ну, по его конституции было видно, что он занимается велоспортом. И хотя велосипед у него был обычным, тем не менее, видно было, сухой такой поджарый, выносливый парень. И хотел бы сказать о том, что утренние нагрузки, они не должны быть чрезмерными, потому что человеческий организм только проснулся, и он нуждается в мягких тренировках. А более серьезная тренировка должна быть никак не раньше, чем через 2 часа после пробуждения. И, конечно же, профессиональные спортсмены, они тренируются как минимум 2 раза в день, а некоторые из них тренируются даже 3 раза в день. И здесь уже методика тренировки совсем другая. Здесь уже не фитнес, а именно спорт. А спорт в какой-то степени, иногда в большей, иногда в меньшей, он отнимает у человека здоровье, а не дает его ему. А вот фитнес, он как раз, это забота о здоровье. И здесь важный подход. Утром должны быть мягкие нагрузки, а не чрезмерные, чтобы человек уставшим пришел домой или пошел на работу. Нет, это уже будет чрезмерная нагрузка. И в утреннем фитнесе важно, чтобы человек гармонично воздействовал на все свое тело. Это должна быть голова, да? Это должно быть упражнение для слуха, для памяти, для зрения. Это должны быть упражнения для мышей. И затем уже упражнения для рук, туловища, спины, живота и ног. И разнообразие упражнений, оно большое. Но важно и размять мышцы, и нагрузку дать, но не чрезмерную. Поразмышляйте об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.